Всем привет! Ну что, ребят, сегодня мы будем наконец-то тестировать тыковку с исцелением и мою тыковку с воодушевлением. На китайке я уже выбил исцеление, но я пока его не ставил никому. Хочу потестировать и уже изначально тогда либо ставить, либо не ставить, либо херня талант поставим кому-то другому, если на тыковке оно не зайдет. Но я знаю изначально, что оно не зайдет, потому что воодушевление есть воодушевление. Итак, вот моя тыковка, у которой стоит воодушевление 8.8, она прокачана на максималку, в снаряге нету ускорялки, то есть артом у нас будет стоять свиток мастерства плюс ожива, питомец будет на отхил. В чем суть воодушевления? В бою генерирует 33 энергии в секунду. То есть, вне зависимости от того, бьет ваш герой, не бьет ваш герой, она все время будет раз в секунду давать 33 энергии. То есть, на, грубо говоря, там на 4-й удар ваша тыковка уже будет бить. То есть, смотрите, даже если вы выкидываете дальше, пока она добегает, она уже имеет больше половины энергии. То есть в этом как бы вся прелесть такой тыковки, она очень офигенно смотрится на подземках. Именно на подземках, на архидемоне просто берсовая уже ушла, берс просто нафиг не нужен. То есть смотрите, вот она один раз только ударила, но она уже полностью заряжена. Так, 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 ну давай беги, 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 тебя сейчас там сольют. Сейчас мы найдем немножко другие расстановки и возьмем магию. И пойдем тестировать. То есть в такой именно сборке тыква получается, помимо того, что она бьет, получает энергию, она еще дополнительно сверху. То есть если так прикинуть, она заряжается за 8 ударов. Обычная. Сейчас мы найдем ее. Давайте просто ей поставим. Ремка пусть будет. Вот ремочная, да, например. Идем в рейд смотреть. Конечно, на рейдах много не посмотришь. Тут либо расстановка, либо стрелок стоит. Ну, давайте так. Вот она ударила. И все, она дальше не заряжается. Как видите, ее стрелок просто забирает энергию. То есть ей надо, чтобы заполнить полностью всю шкалу, где-то приблизительно 8 ударов. То есть там фактически 12,5 энергии она за удар берет. С воодушевлением получается каждый ваш удар фактически плюс 33 энергии. То есть она зарядится. Идем на подземки, посмотрим. Так, жестокая. Вот на жестоком посмотрим. Какая там жестокая. Вот в чем плюс. Вот ремочная, видите, она один раз сработала, все, побежала дальше. Она один раз только ударила. Сейчас, конечно, ее будут и башни бить заряжать. Вот 2, 3, 4. Вот дальше она начала, вот зарядилась. А теперь смотрим то же самое. Чтобы вы просто понимали, в чем разница. Берсовая там аналогично, она не даст вам такого разгона. Теперь смотрите воодушевление, что дает. Вот она бежит, она не зарядилась, все. То есть 3 секунды мы заряжены полностью. То же самое будет со следующим ударом. Ударили, опять заряд, дальше заряд. Все, смотрите, как она сейчас будет. Тут, конечно, у меня приспешник стоит, он мешает. Но суть в чем? При каждом добегании определенной цели она уже все время заряжет. То есть пока она бежит, она заряжается. В этом ее плюс. На подземках это однозначно самая имбовая тыка. Воодушевление. Это если сравнивать с берсом, который у нас был до этого. Так. С этим мы как бы разобрались. Побежали на второй аккаунт смотреть вторую тыковку. Вот аккаунт моего подписчика Александра. Спасибо ему за то, что он предоставил его.
давайте рекламируем сразу гильдию, чтобы не забыть. Гильдия Гренада МСК, пропуск БГ и Кик, факела 2045, айдишка ВК, АВА, Гудков. Кидайте заявочки, подписывайтесь. Гильдия активная, первые и вторые места. Так, ну что, ищем нашу тыковку. Вот она, тыква исцеления. В чем суть? Пусть она будет там у нас не максимальной прокачки, а самый основной талант. Увеличивает восстановление энергии героя на 100% и восстановление здоровья на 100%. Только энергию от урона и базовых атак. То есть энергия, увеличение именно энергии у нее происходит за счет того, что она бьет, и она получает вместо 12,5 за удар, получает 25. То есть фактически за 4 раза, на 5 раз она должна у вас зарядиться. Давайте тут поставим вот так, ангела, артефакт, свиток, чтобы приблизительно было одинаково. Тут же его сейчас тыкнем. Есть. Вот такая вот сборка. Идем потестируем в рейдах сначала. Так. Увидите разницу. То есть в этом плане тыква с воодушевлением будет для подземок все равно круче. Так, выпустил всех. Смотрим. Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять. На пятый удар она только у нас зарядилась. Опять. То есть видите, да, какой смысл. Вот дальше она там побежала. Она уже под разгоном там каждый раз по 50 получает. Говорят, на архидемоне она будет имбовой получше, чем воодушевление. Я в этом, честно говоря, не особо уверен, потому что воодушевление все-таки быстрее наберет разгон. Вот против нас тыковка. Даже не успел посмотреть. 98 тысяч отхил. И теперь давайте попробуем. Сразу же протестируем, как работает у нее. Вот нету у нас утекания. Сейчас просто потестируем. Ладно, мы тут ничего не натестим. Ставим ей утекание. Интересно, сколько будет отхил от рун четвертых. То есть в два раза, по идее, должно быть увеличение. Это, конечно, круто на архидемона там с отражением. Но можно взять руны, например, рунами попробовать. Поставить талантом. Я, честно говоря, не уверен в этом, что он будет реально имбовым для архидемона. Так. Надо найти расстановку с волнами какую-то интересную. И без стрелка. Вот опять это же. Смотрим. То есть по ускорению, как видите, она не топовая далеко. Она будет побыстрее, чем Берс. Это 100%. Вот сейчас мы к тыковке, кстати, подбежим. И заодно сразу посмотрим. Вот смотрите, как разница, 16 тысяч. Он вроде как бы получше, да, с утеканием. Подольше простояло, но это такое, мы не это тестируем. Теперь давайте пойдем на подземочку, ту же самую. Жестокая, один. И посмотрим здесь. Вот она бежит, то есть один удар. Но нету того ускорения. На подземках однозначно. Смотрите, пусть даже у меня там приспешник стоит. Посмотрим, сколько времени она будет бить. И выпустим, сейчас пойдем мою тоже посмотрим по времени, что у нас получится.
Ну, грубо говоря, 40 секунд. Побежали на мой нуба аккаунт. Конечно, нам сейчас тут будет. Это немножко не тот тест. Ну да ладно. Приспешник расхерачит быстрее. Ну, как видите, скорость, насколько все быстрее получается у нас. Возможно, где-то и так же. Хрен его знает, не могу сказать. Это все мы протестируем на... Архидемоне, потому что если брать учет того, что все равно максималка ускорения будет что у той одинаково, тут весь вопрос уже в скорости набора стака бафов. То есть, как по мне, все-таки стак бафов будет побыстрее воодушевления. Давайте сейчас еще найдем одну подземочку. По-моему, 4. Если не ошибаюсь. Вот тут есть у нас мясо. Вот сейчас на нем мы посмотрим. Видели, да, там 8 секунд, по-моему. Ну, у меня опять же, у меня приспешник стоит. В этом разница немножко будет. Ну-ка, сейчас попробуем посмотреть вблизи, как она будет разгоняться все-таки. Раз, два, три, четыре, пять. За 9 секунд 5 мы получили. Так, теперь идем на второй аккаунт сюда. Ну, не знаю, для подземок 100% воодушевление круче. Для тыковки с исцелением, не знаю, такая скорость просто нереальная, потому что ей надо ударить больше раз. И если так прикинуть, у вас исцеление добавляет, да, там, грубо говоря, в удар 20, ну, пусть будет 2 удара, там даже 2 удара будет 50, а тыковка за один удар моя будет набирать тоже 50 энергии. Так. Я перешел. Да, перешел. Ищем второй наш аккаунт. Так, жестокое. 4. Смотрим. Выпускаем. Раз. Вот раз. Два. Три. Блин, застанет. 3, 4, 5, 6. Еще раз смотрим, потому что стан получили. Давайте так. Раз, два, три, четыре, пять. Блин. Что-то я даже не знаю, я в замешательстве, ребят. Ну-ка еще раз. Как-то бешено, возможно, даже так. Раз. Как-то вообще дико. Да ладно. Что-то я не понял, реально.
Быстро, очень быстро. А ну-ка, давайте сразу же на мой идем. Вы знаете, все-таки, наверное, исцеление действительно побыстрее. В плане такой архидемона будет. Ну-ка еще разок. Тут у меня, конечно, приспешник помогает. Сюда. Ну, смотрим еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Наверное, мы сделаем все-таки на китайке тест. Вот эта ковка одинаковая, можно будет два талантика ей влепить. Так. Так. Ну давайте пускаем. Раз, два, три. Стан получили. Да нет, тут шкала набора какая-то вообще бешеная. Даже если так смотреть. Но тут я не могу так протестить. Даже не знаю, что сказать вам по этому поводу. Что можно сделать? Это надо тестировать только на одной тыке. Ну-ка, сейчас мы ее тут выпустим где-то вдали от всех. Так, смотрим. Раз. Ну тут опять, тут не протестируем, потому что она везде бегает. Так вроде тоже неплохо смотрится. Но все-таки воодушевление в этом плане интереснее, потому что если застанет, она будет все равно с full энергии дальше бить. А вот насчет урона на архидемоне, это я даже не знаю, надо пробовать. Так, раз, два. Но тут уже просто дальше идет трешечок. Ну, еще раз на мой аккаунт. Аж задумался. В принципе, можно на Китае это сделать. И протестировать на одной. На одной и той же цели. Тут приспешник нам помогает. Но судя по энергии, по шкале энергии, вы это сможете потом в повторах посмотреть много раз. Напишите в комментах, как вы думаете, кто круче будет все-таки. Тут приспешник просто убивает. Ну, считайте, они вдвоем убивают, а там тыковка одна, плюс у меня она усиленная. Более, ну не знаю, задумался я, честно говоря, задумался очень. Я все-таки, наверное, сделаю на Китае. Даже мы это сделаем сейчас, а уже потестируем в другом видео уже более подробно.
протестируем этот талантик. Ну, не знаю, ребят, просто не знаю. Задумался очень кардинально над воодушевлением на тыкве. Надо будет все-таки сделать конкретный тест, чтобы уже определить, потому что я сам уже в замешательстве от этого всего. Все, пишите комменты обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репостики. Ждем следующего теста. Всем пока.